А в Кирове выявляли лучших теннисистов. Как и в большом теннисе, в настольном также существует аналог матчей сильнейших игроков. В Кировской области эти соревнования называются у женщин топ-8, у мужчин топ-16. О том, кто выглядел лучше остальных, Роман Четверяков. За сезон теннисисты отыгрывают порядка 30 внутренних турниров. Но под номером 1 в начале января всегда значится выход к сетке лидеров. У сильной половины попадания в топ-16 происходит по рейтингу, который мужчины набирают за год. Состав участников разношерстный, существует и некое деление по силам. Так, ниже 8-го места в основном располагаются возрастные игроки, не претендующие из года в год на данном турнире на сенсационное выступление. У нас же не профессиональный, так сказать, спорт здесь по настольному теннису, а любительский, поэтому, естественно, и тренируется меньше уже, как любители тренируются. А вот так очки в свою пользу зарабатывает игрок, возглавляющий топовый список. Это Юрий Повальчук, юноша, который в последние годы утвердил себя в роли главной звезды областного настольного тенниса. От него, как он сам признается, он получает удовольствие, но между тем Повальчуку приходится и заниматься им профессионально. В неделю 3-4 тренировки, разбиты регулярным непосещением игрового зала. В теннисе же задействованы все группы мышц. И чтобы хорошо летел мяч, нужно в него вкладываться. А чтобы вкладываться, нужно, чтобы была сила. Поэтому немного зала тренажерного. Повальчук – один из трех фаворитов турнира и твердый кандидат на попадание в сборную области. Состоящая из трех теннисистов, она в середине января должна отправиться на личный взрослый чемпионат Приволжского округа. Для таких, как Юрий, он служит идеальной площадкой для повышения мастерства владения ракеткой. Прошлогоднее выступление принесло ему игровое и моральное удовлетворение. Он попал в тридцатку сильнейших, обыгрывая даже более рейтинговых соперников. Как будет на этот раз, теннисист не берется предсказывать. Основным для него в наступившем году будет успешная игра на окружном турнире среди своих сверстников. Роман Четверяков, Валерий Никулин, «Вести Киров».